Ну что ж, приступайте. Не знаю, что вы задумали, но я точно не смогу сесть за руль. Все, что нужно, у меня с собой. Ты странный малый, но славный. Дамы и господа, заводите моторы! За дело, ребята. Начнем апгрейд! Что? Что? О, я знаю, вам это понравится. Неплохо, а? Надо было немного вас подготовить и... Эй, не вздумай уехать без меня! Ну, ребята, пусть победит сильнейший! Он ударил нас специально. Повеселились и хватит, я уже хочу домой. Неплохо, но нужно еще лучше. О, не так. Гранж может поранить еще кого-нибудь. Держись, я разберусь. Мы здесь не одни. Всегда любил гостей. О! Больше так не делай. Покажи ему, что такое теплый прием. Лучше холодный. О, я ничего не вижу. Держись, я сейчас. Как вам мой черный лед? Держись, Бен. У меня идея! Что? Не может быть! Эй, мистер Лагранж! Может, лучше сами сойдете с трассы? Месье, а не мистер. И мой ответ – нет. А теперь будь так любезна и исчезни. О, ну уж нет, это мы уже видели. Что ж, наконец-то достойный противник. А, глупцы, вы мне больше ни к чему. Думаешь, он злится, что мы упустили ту тачку? Да, чуть-чуть злится. Он не жалеет никого, даже своих людей. Остались только мы и он. Какая встреча! Был бы рад поболтать, но, увы, я очень спешу к финишу. Похоже, ты уверен в себе. Поднимем ставки. Что ты задумала? Верь мне. О, пари. Так, что я получу, когда выиграю? Получишь эту машину. Если проиграешь, забудешь о гонках навсегда. Что ж, готовь ключи от своей машины и до встречи на финише. Au revoir. Вперед, Бен! Заставь его глотать нашу пыль! О, нет! Не говори! О, какая жалость. Мне придется победить честно. Ну же, скорее! Все кончено. Забудь. Мы не выиграем гонки. Правда? Надо почаще так делать. Мы снова в игре. Так чего же ты ждешь? Погнали! Секунду. Посмотрим, обгонит ли Лагранж молнию. Эй, новый план. Держись, ты пристегнута? Да? Что ж, была не была.